Здравствуйте, 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 дорогие мои любимые друзья, подписчики и зрители канала, и просто случайно зашедшие люди. Ну что же, вышла Сома, выплыла, я бы даже так сказал. Выплыла Сома, давайте на нее посмотрим, давайте сразу отключим звук, а его нельзя отключить, у нее музыку. Давайте хотя бы включим субтитры. Кстати, я не посмотрел, а есть ли российский язык? Closed caption, что это такое? Пусть будет off. Давайте зайдем в видео опции. Auto Detect Setting. Нет, не надо. Full HD, Full Screen, Refresh Rate On, Adaptive Off, 70. FXAA. Так. Apply Change. Yes. Пост эффекты. Depth of Field. Большое, маленькое, высокое. SSSAO. Включено. Bloom включено. Bloom, bloom, bloom. Нов. Нов. Рендеринг. Текстур квалити. High, low. Medium, High. Текстур фильтринг AF4, 16. Ну, пусть будет 4. А то... О, Shadow Quality, Very High. Ну, ладно, восьмерку выставлю. Yes, Apply Change. Гамму мы уже настроили. Apply Change, да я еще ее не менял. Что с вами, дорогие мои? А, вот, язык тут прям меняется. Люль, есть российский. Офигенно, подсказочки включены, искажение изображения, включены цветы, упрощенные иконки действий, выключено. Что? Какие? Что это упрощенные иконки действий? Это что за хрень? Это в самой игре, наверное, да, какая-то, как-то там проще управлять можно, я уж не знаю. Так, ну что же, друзья мои, давайте поплывем по этому океану Сомы. Идет загрузочка, видите, пульсирует наш мозг. Реальность – это то, что не исчезает, когда мы перестанем об этом думать. Филипп Дик. Саймон, все в порядке? У тебя, кажется, кровь пошла. Ничего страшного, просто из мозга все время кровь идет после аварии. Что? Из мозга? Вот, возьми. Нет, это мне не пригодится потом для сканирования. Она зеленая. Эшли, мне нужно кое-что тебе сказать. Саймон, только не надо делать из этого. Нет, нет, совсем про другое. Ну почему именно сейчас? Кто такой Дэвин Мунши? Почему мне никогда не хватает времени? На что? Бдыщ, авария, боже! Боже! Боже, господи! Господи, это был всего лишь сон. Да, я не сплю. Здравствуйте, Саймон Джаред. Да, это я. Меня зовут Дэвид Мунши. Мы договаривались сканирование, да, помню. У вас все в порядке? Да, 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 сон плохой. Сегодняшняя встреча в цели? Да, и поэтому я звоню. Хотел вам напомнить, чтобы вы выпили маркер, там снимки получаются гораздо лучше. Не волнуйтесь, она у меня где-то рядом. Отлично, тогда до встречи через пару часов. Хорошо, до встречи. Что это у него за смарт какой-то? Голимый китайский. Xiaomi какой-то, Lenovo, я уж не знаю. Подсказка, VAST, передвигаться. Во. Этого мы не знали. Смотрите, на каком расстоянии можно выключить свет, да? Куда же я положил маркер? Ну, я понял, мне нужно найти маркер. Смотрите, расстояние где-то около 3 метров. И я клацаю выключатель. Как это правдоподобно, не правда ли, друзья мои? Чтоб открыть или закрыть выдвижные ящички, хватайтесь за них и двигайте мышью от себя и на себя, от себя и на себя. Ну же, радиоактивный маркер, где же ты?
Чтобы вращать объект, двигайте мышь. Чтобы выйти из осмотра, нажмите. На крючке Робин МакКоннелл. Робин МакКоннелл. Хукет! Марк и Диана Миллеры наконец-то нашли время на отдых. Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семьей выехать на Гавайи в отпуск, о котором они так долго мечтали. Но когда первый день отпуска подошел к вечеру и над Вайкики стало заходить солнце, рай Марка и Дианы превращается в настоящий ад. Их отпутывают тысячи тонких струн, вышедших из глубин океана. Кричащих от ужаса плотцов немедленно затягивает в темную бездну, а вместе с ними в плен жутких щупалец попадает и их семья. Летний сын Чарли. Роман на крючке полон мистики и жутких тайн. Оторваться от этой книги просто невозможно. Так, что здесь у нас? Очечки. Чтобы бросить удерживаемый предмет, нажмите. Пошли вы, мать вашу. Это что у нас? Чтобы вращать предметы, нажмите, удерживайте. Вылезь. Так, R нажали и крутим. Крутим, вертим, приближаем, вращаем. Ну, короче, все можно осмотреть, пощупать, обнюхать, облапать. Так, ну тут маркеров никаких нет. Ладно, пойдем дальше, друзья мои. Короче, как эта студия называется, которая создала эту игру? Frictional Games, как-то так. Она, короче, создала Амнезию и Пенумбру. Знаменитые хорроры, в которых летсплейщики, популярные летсплейщики, визжат как бабы. Так, нам оставили сообщение, давайте послушаем. Саймон, привет, это Джесси, ты на этих выходных работаешь или как? Кажется, у тебя были какие-то планы на этой неделе, да, или на следующей? Короче, ты там на почту мне напиши, или еще как. Давай, папа, скучаю, сообщения закончились. У него память, как у аквариумной рыбки, я ему ведь даже письмо отправил. Энтер... Франс. Что это постоянно? Вы слышите этот звук? Что-то где-то непонятно. Ладно, пойдемте дальше. Искать маркер. Карта разума. Альберт Айзексон. Труд по анатомии человеческого мозга. Положительно отмеченный критиками за доступность и содержание. В нем подробно описаны функции головного мозга и наше восприятие сознания. Узнайте, как ваш мозг зависит от тела и почему его нельзя сравнивать с компьютером, а также множество других увлекательных фактов. В это издание включены две совершенно новые главы о развитии мозга и его влиянии на наше поведение на разных этапах жизни. Великолепные книжечки. Врубить нельзя пылесос? Похоже, нет. Камерой нельзя воспользоваться? Похоже, нет. Объектив можно надеть на камеру? Похоже, нет. Кресло можно подвинуть? Похоже, да. Бросить можно кресло? Ты что такой слабенький? Смотрите, не может поднять его над головой и хорошенько бросить. Так, это все мусор. Это тоже мусор. Мир кино. Главный журнал о кинематографе. Летние блокбастеры, японская анимация, пик славы, трюки против компьютерной графики. Что такое бутылочное кино? Мощная отдача 2. Безупречное исполнение. На экранах с 13 декабря. А что это мне морда Снейка напоминает? Не знаю, что-то у меня такие ассоциации, когда я взял этот журнал со Снейком. Молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города. Пятница, 10 апреля 2015 года. Торонто. Вчера на перекрестке Блур-стрит и Спадина-роуд водитель внедорожника проехала на красный свет и врезалась в другую машину.
Как выяснилось позже, ее отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отделались ушибами. Второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира. И 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнулась кровякой в легких еще до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибший, 26-летний Саймон Джаред, выжил, но получил сильные увечья и предположительно необратимые повреждения мозга. Водитель внедорожника, чье имя не раскрывается полицией, уверяет, что случившийся несчастный случай и избежать аварии было нельзя. Ну и к чему эти заметки? Нахрен это все нужно, друзья мои? Короче, это те же ребята, которые создали Пенумбру и Амнезию. Если вам нравились эти игры, то вы будете просто в восторге от новой игры, которую они выпустили, которая называется Сома. Что это такое? Это блокнот. Это какая-то открытка. Скорее поправляйтесь. Любовью, мама. Так, давайте воспользуемся компом. Что там, десятка стоит? Смотрите, даже дата написана по-российски. Суббота, 2 мая 2015 года. Входящие. Сеанс на нейрографе. От кого? Тема, дата, ладно. Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в вашем нашем, а не в вашем исследовании. Сканирование будет проведено лабораторией расы в Торонто. Но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я пробую назначить сеанс сканирования на субботу и сяжу с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш Дэвид Вучи. Так, новый рецепт я читать не буду, ребятки. Ну его нафиг. Выходной в субботу я тоже читать не буду. Ох, он забыл и не успел прочитать. Вы уверены, что хотите отправить письмо? Да. Лучше поздно, чем никогда. А вот это XZ, это иконка этого, да? Фотошопа или какой-то проги, короче, этой. Как она? Адобовской. Не нажимается пуск вот этот кругленький. Как отсюда выйти, друзья мои? А, все так же, правым кликом. Короче, видите, тут, смотрите, сколько я уже нахожусь на одном месте. Я все время что-то исследую, что-то читаю, что-то смотрю. Зачем я это все делаю, непонятно, но... Как бы вот такая вот игра, ребята. Не, можно, конечно, ускориться и бежать вперед, сломя голову, но как бы это ж не сильно интересно. То есть не особо интересно, я бы так сказал. А давайте шторы откроем. Лобысь. Лето уже скоро. Надеюсь, оно будет хорошим. Так, ну открытый мир. У этой конторы не сильно получается создавать. Что-то я так смотрю. Ну, симпатичненький, но такой, знаете. Кстати, вот эти все дома напоминают постсовок. А не за границу. Ну, лично мне. Не знаю, как вам, ребятки. Ну, ладно. Это дело такое. Хоба! Хопа! Хоба! Ладно, идем дальше. Что здесь у нас? Здесь у нас параша. Можно открыть окно? Нет. Смотрите, какие спецэффекты. Видите, да? Преломление лучей, все искажается. Давайте закроем крышку. Пописать нельзя, я думаю. Это уже будет. Смотрите, как крышечка опускается. И даже не закрылась до конца. Лобысь. Ой-ой-ой, как водичка. Оп. Пусть открытым будет. Давайте мыло туда положим. Можно помылить? Нет, нельзя, друзья мои. Можно воспользоваться зубной пастой? Нет, нельзя.
Так, я же ищу маркет, насколько я помню. Не буду заставлять доктора, приму душ, когда вернусь. Да ладно, друг, ты выполняй, что я от тебя требую, и не строй тут из себя независимого бота. Пуа. Ты пуамба, баба. Ты пуамба, сука, баба. Да, на телевизоре у меня теперь голова еще сильнее. Спасибо, мозг. No диск. Ладно. Что это? Xbox вонючий. Галимый Xbox. С галимой консолевской графикой. Это ж плойка, друзья мои. Так, давайте воспользуемся микроволновой печью и приготовим пен-пицца. Пен-пицца. Просто положи пакет в микроволновку, включи, и она увеличится в 90 раз. При этом будет горячей. Ну, как видите, ничего не закрывается. О, закрылось, смотрите-ка. Но, к сожалению... Ой, а что это с ним? Люлю, он только что... А, это я, наверное, стоял на кастрюльке. Он только что сам начал двигаться, друзья мои. Какие-то непонятные стали происходить вещи. Но, как вижу, тут чувак фастфуд постоянно хавает, ничего готовить не хочет. Друзья мои, мне нужно найти какой-то маркер. Кстати, есть? Можно как-то открыть задачи? Что у меня там, текущие задачи? Я нажал табуляцию, и смотрите, какой-то квадратик появился. Видите, при нажатии на табуляции какой-то квадратик посередке появляется. Что он означает, никто не знает. Вы слышите этот грохот? Какие-то странные звуки непонятные. Что это за письмо? To Simon Jared McCall, Торонто. А, так это ж Торонто. Че у них там такие дома, как у нас в постсовке? Страшное. Только тут фастфуд. Нам что-то получше купить на обратное. Да ладно, давай похаваем. Что это? Вермишелька и какой-то то ли салат, то ли мясо. Напиток. Пиццерия. Италия. Пиццерия. Мимо камбето, колоро кибирешо. Отправить напоминание Джесси, забрать лекарства, цветы для похорон. Что? Цветы для похорон? Нет. Так, друзья мои, я все обшарил, перевернул всю квартиру, но так и не нашел никакие таблетки, или как он там говорил, какие-то хрени. Видите, какие плакаты. Ну, такая квартирка маленькая. Ну, в принципе, если он... Надо выпить маркер. Да где ж ты его положил, идиотина? Может, тот здесь? В этой куче говна. Кстати, почему-то вот эту тумбу нельзя сдвинуть. Очень интересная логика создать этой игры. О, может здесь? А, yes, yes, yes. Чтобы использовать имеющийся у вас предмет, нажмите, когда предмет отображается. Каушин. Гадутан 755. Пассе. Пей. Пей давай. Вкусно. Чем-то похоже на молоко, но на вкус как монету лизать. А ты лизал монету? Я не знаю, какая на вкус монета. Фу, ее ж бомжи тягают. Ну все, пошли, друзья мои. Вообще так по роликам я смотрел, игрушка где-то происходит в космосе. А сейчас мы что-то находимся в каком-то Торонто, я не знаю, до какого-то врача едем. Ну смотрите, вот этот чувак ясно уже что-то будет... Что-то он тут будет делать, это наверняка какой-то агент ФБР, я не знаю, или какой-то черные люди, агент черные люди, там, блядь.
Как мне телефон достать? Джесси Гримуар. Игнор. Джесси. Привет, Саймон. Получил твое письмо. Хочу пожелать тебе удачи и сказать, что все нормально. Спасибо. Я, может, еще зайду после сканирования. Зачем? Не надо мне Мэтт и Крис. Мэтт из СССР? А ты еще не знаешь, он переходит на полный день в отдел комиксов. На место Эшли? Ну да, понимаешь. Да, все нормально. Не оставлять же теперь отдел без продавца. Он все равно не вернется. Что ж, удачи. Надеемся... Там кое-что придумали, что делать с твоим, умиранием. Умиранием? Ты что, умеешь ты подбодрить? Ну что я еще могу? Давай, Джесси, до встречи. Не сопи там и без меня. Все, давай, друг. Так, где мы остановились, друзья? Куда-то мы приехали. Куда-то мы, наверное, до врача приехали, да? А как я откажусь в космосе? Или это действия были не в космосе? Ну, вроде на вид, как в космосе. Может, я что-то попутал? Hello? Доктор Мунчи? Эй, доктор Мунчи! Мунчи, я пришел! Есть кто-нибудь? А, ну да, это Канада, смотрите. Надеюсь, я думал, тут будет много людей. Ну, вот это уже похоже на Торонто. А там, где он живет, больше похоже на постсовок. Какие-то спальные районы, непримечательные, серые. Ну, какой доктор, ты ж видишь, ну какой доктор? Тут какая-то стройка. Никого нет, смотри, бери ноут. Полт, где у нас есть несколько часов? Саймон Джаред у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты уже здесь? Срочно позвони мне. Ой, это я читать не буду. В лаборатории сегодня окно. Это я тоже читать не буду. На паузе почитайте, если хотите, друзья мои. Так, что здесь в столе? Обязательно нужно прийти в незнакомый. Что это было? Что-то у меня только что все глюкануло, но неважно. Уберите скальпель. Мозг может вылить сам. Пробы и ошибки. А, это, смотрите-ка, это флешка. Сейчас я ее вставлю в комп. Не хочет она вставляться. Да, цеписты. Так, что здесь у нас? Блокнотик. Что за записи? Страница 56. В Кувукуро Руфиса Накоджима. Момент де твик фор зе райт центр. Что это за записи программиста? Так, пойдемте дальше. О, а вот и первая головоломка. Или что это такое? Все-таки... А, может, сейчас он мне скажет код? Отлично, телефон там выключен. Я справлюсь. Вообще-то нормальные люди в таком случае домой идут. А такие долбоёбы, как ты. Доктор Мунчи, выходи, мне нужен код. Доктор Пунчи. Доктор Пунчи. Нормальные люди идут в таком случае домой, но такие идиоты, как ты. А что это? Я нажимаю, такие звуки странные. Вы слышали, друзья мои? Кто здесь? Выходите! Кто там сидит? Не хочет выходить. Стесняется. Давайте это окошко откроем, чтобы здесь было видно хорошо. А то тут... Что это за звуки? Это я что-то цепляю или что-то такое?
Да. Небоскребы такие, все строятся такое. Такое все, знаете. Так, ну код, наверное, что-то. В письме, блядь. Я мышкой цепляю этот. Этот. Как его? Блок системный. А вот смотрите, что это? 2501, да? Вот давайте введем 2501. Хотя, конечно, не думаю, что это оно. Ну а вдруг? Лю-лю-лю. 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 Так, уже начинается. Бегать, шифт держите. Это, наверное, скоро какие-то бяки начнут вылазить. Не зря же мне такое предлагают. Смотрите, закрыто и не откроешь. Как же оно там закрыто? На чем же оно там держится? Где там защелочка? Ох, не зря они мне про шифт рассказывают. Сейчас будет какая-то хрень. Ух, оу, доктор Пунши. Подождите, я сюда зайду. Посмотрю, что здесь у вас. Так, здесь у вас какая-то серверная. Я уж не знаю, доктор Пунши. Зачем тут дрель? В таком деле дрель не нужна. Какие-то галимые мониторы забычены. Шприц. Ах ты наркоман старый. Два кресла такие стоят. Системники. Ну и больше ничего нет. А, свет можно включить. Пук. Смотрите, сколько сейчас времени, ребята? 12 минут 11. Поняли? Поняли? Так, смотрите, инфографика. Какой-то Pace Laboratories. Это P-Space Laboratories. Это доктор Пунши тут работает. И он сейчас подключит меня к виртуальной реальности. Я буду кайфовать. О, здравствуйте, я не слышал, как вы зашли. С вами Джаред, да? Доктор Мунши? Пока что просто Мунши, но я работаю над этим. Сегодня вы мне в этом поможете. То есть, это часть вашей диссертации? Да, совместное исследование моего и моего коллеги Пола Берта. Мы хотим создать незаменимый метод реконструкции мозга, чтобы помочь таким, как вы. Вы выпили маркер? Да. Да, выпил. Отлично. Начнем, как вы будете готовы. Сейчас, минуточку, я не готов. Я тоже маркер пил. Выпил маркера немножко. Так, давайте посмотрим, что здесь. Это Linux, да? Галимый. Галимый Linux. Там же даже игрушек нет. Не, ну есть, да, я читал последние новости. Там, по-моему, создали для Steam, на Стиме, кстати, на Стиме для Linux 1600 игр. А на Windows их там около 6500. А для macOS 2000 что-то 500. Ну, это не точные цифры, это я вам так. Ну, где-то в таких пределах, ребятки. Может, даже там практически точные, ребят. 90% что точные. Вот такие вот цифры. Так что переходите на Linux. 1600 игр вам хватит. А я буду на винде сидеть. И дальше. Так, давайте сразу разберемся в формальности. Вы Сеймон, да. Торонто, Канада, Дэвин Мунши. Родились в 88-м, 16 июля. Да. Плоская нейрограмма, версия 6. Отлично, все в порядке. Что-то пойдет не так. Мне будет больно. Это просто сканирование. Все равно, что снять фотографию. Индейцы думали, что фараоны воруют их души. Да, будем надеяться, что они ошибались. А то вы скажите СИД! Вот что будет, ребятки. Сейчас все взорвется, поломается. Что-то пойдет не так. Что-то там начнется не так. Мне придется выбирать, что случилось, уже началось. Ты уже проснулся в другой реальности. Эй, мистер Мунши. Мистер Мунши? Эй, где ты, мистер Мунши? Вставай, чувак. Вставай.
Что-то пошло не так, да? Ну да, если бы все пошло так, как надо, игры бы этой не было. Это не смешно. Это не смешно. Я не должен волноваться. Давай, вырубаем рубильник. Хлобысь. Хлобысь. Yes, смотрите-ка. Да где вообще? Что это вообще происходит, да? Давай наденем скафандр. Не хочешь? Ну как хочешь, мое дело предложить. Давай сядем и подумаем. О! Что это случилось с доктором Мунши? Его кто-то съел? А что это тут написано? Автоматизировано. Откройте терминал со служебной консоли. Так. Ничего нельзя нажать. Жаль. Так, ну что же, давайте нажмем вот эту кнопочку. А, ну не нажимабельная. Служебная консоль. Пафос 2. Чтобы получить доступ, ставьте Омни-инструмент. Омни-инструмент ставь. Ёпки. Attention. Stand clear. Door opens and closes. Automatic EPLI. Автоматика ликики. Мне нужно найти какой-то инструмент, ребята. Чтоб пиндюрить его в компьютер и все заработает. Вы видите какие-нибудь инструменты? Вижу какой-то коробок ненужный. Второй, третий, четвертый. Пятый. А ну это что такое? Шестой. А что это? Что это я могу там взять? И смотрите, как оно стоит там, непонятно. Что это? Что это было? Че это все так затряслось? А, ёли-пали. Вот что нужно сделать, наверное. Окошко разбить. Лю-лю-лю. А я ищу инструмент. Да какой инструмент? Как всегда, кирпич, блядь. По стеклу и все, нахуй. Какой там инструмент? Короче, как во всех игр от Fear Fiction Burbiction Game. Я так понимаю. А вот эта активность мозга появляется. Это значит, наверное, чекпоинт и автоматическое сохранение. Короче, от монстряков нужно будет убегать, ныкаться, прятаться. Все летсплееры будут визжать, как бабы, блядь. А, ой, нет, ой, тихо, нет, не подходи. Вот так они будут делать, блядь. Смотрите, дата-буфер, кау, все идет лучше, чем мы думали, они не могут открыть двери. Чем больше ты печатаешь, тем лучше, ни к чему рисковать. Понял, ты фабрику отцепил? Да, большую часть удалось закрыть, сейчас иду. Закрывать центр связи. Только не забудь оставить, не бойся, я тебе доставлю на тету все целости и сохранности. Что? Как я это сделал? Учик, параша открылась. Давай, выпрыгивай из унитаза, какая-то хрень, и сверху. Что-нибудь падай, выпрыгивай. Что-нибудь гэпнуть должно, не? Смотрите, какое хорошее место для нычки. Так, а что же это было? Какой-то Data Buffer Available. И рука, видите, нарисована как-то странно, как будто два пальца раздроблены. Я хрен знаю, что это означает. Так. Ёперный театр, это что такое, блядь? Это что, нефть? А, нефть. Давайте я попью нефти. О, какая вкусная нефть.
Что это? Расческа? Дайте я расчесусь. Закройте холодильник. Что ж вы делаете? Можно покушать какими-то печеньками или что это за хрень? Мунч принт. А, это смотрите, вот сюда эти кубики слаживаешь. Вот так вот, смотрите. Вкус себе слаживаешь, да, там? Какой-нибудь там. Да не хлюпает это, аж страшно. Какой-нибудь там персик, банан и вишню. Нажимаешь кнопочку, и тут вываливается бюргер. Это же... Ой, об голову ударился. Это же фантастика. Это же наше будущее, друзья мои. Можно было стулья послаживать как-нибудь покультурней. А лампу вот, кстати, не раскачивает. А было бы интересно посмотреть, как бы он раскачивал с источниками света. Так, ребята, откуда... А ну-ка, давайте шмыкнем вот этот хлобысь. Так это как в этом. Это как в этом было. Как он там называется? Чужой. Самый последний. Там такие тоже хрени стояли на дверях. Но они открывались немножко по-другому, по-моему. Да не по-моему, а точно. Видите, двери все позакрывали. Видимо, там какие-то мутанты живут. И чтоб себя обезопасить... Ух ты, что это громыхает, ребятки. Что это было? И, видимо, чтоб себя обезопасить, они, видите, все-таки позакрывали на двери, которые только вручную можно открыть. Thermal plant, brick room, tech depot, robot dock, service station, storage. Хлобысь. Открываем, не боясь. Выходите, монстры, а ну выходите, я вам сейчас сделаю. Пиздюленьки. Ой, меня глючить начало, друзья мои. Что это означает, вы не знаете? Наверное, меня доктор Монши пытается отрубить от машины и вывести меня из виртуальной реальности. Доктор Монши, не делай это вам, я и тут еще тут не все исследовал. Что это роботы какие-то, я уж не знаю. И когда я к ним подхожу, меня что-то клюкать начинает. Во всем этом, ребятки, нужно разбираться и пройти игру до конца. А пока что это пафос. И не более того. Gender, danger, restricted area. Какая-то ремонтная база. Меня тут глючит, поэтому надо выйти. А то мозги скоро вывалятся наружу, скажем так. Тут замки висят. Как их можно как-то сбивать? Я помню, в этой игре вот так вот берешь что-нибудь и вот так вот... Вот так вот лупишь по замку, смотри, что за... Видите? И ничего не происходит, видите? Я помню, в этой игре так оно и делается. Вот этот коробочек висит какой-то непонятный. Келли Эйрен. Смотрите-ка, что это такое? А это просто глюки движка, я так думаю. Очиститель воздуха, я так понимаю, да? Смотрите, какие отражения, как в Unreal 4, нифига себе. Вот это они крутые создали движок, а? Так, ребят, ну чё, чё-то я как-то, знаете, дальше так это...
не знаю, куда дальше идти, так это и особо так это идти. Может еще раз глюки поймать. Ну опять тоже, это какие-то диктофоны какие-то, я не знаю. Ну смотрите, что у нас есть на данный момент. Ой, заткнитесь уже. Я не могу, когда они разговаривают, быстро перемещаться. Я как в каком-то слому. Друзья мои, что у нас есть на данный момент? Это комната, где мы появились. Какие-то наросты, как всегда, на стенах. Что-то капает с потолков. Здесь проход, но он закрыт этим замком, видите, да? Вентиляция работает. Хороший чистый воздух. Видите, какие-то частички летают в воздухе. К чему бы это? Какие-то частички. Что же это? Так, у нас есть... Что у нас еще есть? У нас есть вот сюда проход, он тоже закрыт замком, да, ребята, видите? Кстати, фонарик еще у меня нет. Обычно таких игр фонарик — это очень важная составная часть игры. А тут что-то пока нету, может, он в дальнейшем найдет, в принципе. Все только началось. Хорошие звуки слышу. Видите, бегу по железному полу, такому, по сетке. И как он хэпает, да, довольно-таки правдоподобно. Поэтому в этом плане все весьма неплохо. Графон тоже нормальный, простенький. Ну, так, зато игрушка будет идти на нетребовательных компах. Тубзик у нас есть. Прыгать он может. Может приседать, может бегать, может вот так вот, смотрите, вот так вот. Опа, выглянуть, а там монстр. Заорать, вот так забежать, закрыться. И сидеть тут. В остальном, ребята, ну вот смотрите, льется какая-то нефть, бензин, масло, я не знаю, можно его постоять, он на голову льется. И очень приятное ощущение. Какая-то, видите, фигня, что это, какашки прилепили и запихнули туда кусочки какого-то железа, я не знаю. Теперь говно какое-то льется. Короче, это все сложно, ребята. Здесь же у нас ничего не было? Нет. Может туда что-нибудь положить и закрыть, и вот эта хрень заработает и взорвется, и там будет проход. Может же такое быть? Может. Давайте двери поломаем. Не ломаются двери. Видимо, у них очень хороший срок долговечности. Поэтому, ребята, такой расклад, видите. Вот еще комната есть, где меня глючит, видите, так. О, видите? Какой-то дяденька начал шевелиться, дергаться. Ты тоже пошевелился? Нет, он не шевелится. Глючит меня здесь не по-детски, ребятки. Но ничего так особо не происходит. Так. Смотрите-ка, что это я прозевал? Что это происходит? Эй, ты можешь говорить, как остальные? Что с тобой такое? Хочешь структурного геля? Ну, конечно, хочешь. Как странно, ничего не понимаю. Сейчас я тебя отключу, хорошо? Ты просто меня пугаешь до ужаса. Так что я тебя отклю. Отклю. Такое впечатление, что... Что там случилось, ребятки? Кто здесь гепает? Да вроде все нормально. Такое впечатление, что тут машины какие-то, я не знаю, ожили и дали людям пиздюлей. Боже, это заново все будет. О, нет.
Ой, вроде отпустила. Ну и что мне это дает, друзья мои? А, смотрите, этого чувака нет. Он здесь висел, я помню. Куда ты убежал, друг мой? Ау, роботик. Куда убежал? Он где-то там лазит, что-то там творит. А, вот он что сделал. Смотрите, выломал дверь. Видите, как тут все хитро сделано? Мне уже предлагают уклоняться, шугаться. Не, ну конечно, ребят, я сейчас играю днем. Если играть ночью в наушниках, то без вот этого, там, этих, без комментов, чисто для себя, то, конечно, будет весьма неуютная атмосфера. И с этим я согласен, друзья мои. Ну, что вам сказать? Ну, выйдет миллион летсплеев по этой игрушке, по прохождению. Все будут орать, как бабы шугаться. Я не знаю, как можно записывать такие прохождения. Ну, ладно, не важно. Так, смотрите-ка, как меня пугает. Смотрите-ка, мне предлагают заныкаться. От кого? Пока никак. Ах ты, подонок. Да давай я открою, зайдешь нормально. Не открывается. Что происходит? Меня глючит, дергает. Мне предлагают присесть. Я хочу открыть эту хрень, она не открывается. Там кто-то шломится, кто-то стучит с той стороны. Кто-то хочет зайти. Я хочу ему помочь. А мне не дают это сделать. Наконец-то. Заходите, кто там? Кто здесь? Кто здесь? Кто хотел войти? Никого? Да, это что-то такое они придумали. Короче, восстание машин. Тут, наверное, от роботов будем мы ныкаться. Какой-то я Omnitool нашел, версия 2.0, AL Helper Jane. Чтобы открыть список предметов, нажмите Tab. Нажимаю Tab. А, ну да, он. И что с этим делать? Неважно. Omnitool инструмент. Это сложное устройство для доступа к компьютеризированным системам. Также интерфейс управления ими. Ну, понятно. Это я не буду сейчас читать, я буду сейчас заканчивать, ребят. А то уже горло болит, голова болит, уши болят, глаза болят, нос болит, щеки болят. Что это такое? Кто там? Мне, наверное, нужно вернуться в ту комнату, где я начал, и использовать вот этот предмет, Omnitool. Вроде ж там я считал, что нужен какая-то хрень для того, чтобы... Ну, давайте вот проверим. Давайте вот возьмем и проверим. Я, конечно, не уверен. Не уверен и... А, подождите. Или... Ну да, там он есть проход. Значит, не. Значит, это не оно. Это ж другой проход, да? Вроде бы. Пока я не запутался. Да, вроде это другой проход. Ну давайте, покажись хоть кто-нибудь, я посмотрю на тебя. Но пока будут идти шугания такие, типа пар, там крыша выпала, что-нибудь еще, какая-то вспышка света, пока таким шугают. А там, наверное, чуть дальше уже начнутся за нами гоняться. Вот видите, доступ запрещен. И что же вы мне прикажете делать? Да, весело. А туда дальше уже появятся супостаты, от которых надо будет ныкаться. Я не пойму, это что, роботы срут на стену? Какие-то лохмотья от них телепаются на стенах. Проще было, знаете, найти ломики и вот эти двери ломать.
а он наоборот идет по сложному пути, пытаясь доставать какие-то ключи, какие-то доступы управления. Ну вот видите, видите, какой-то свет. Не, вот тут уже могут монстры появиться, которые меня завалят, если я не буду ныкаться. Где? Вот оно. Да, видите? Все-таки был я прав. А, ну да, тут даже эта хрень нарисована. Служебная консоль. Ой, бля. Тулбокс. Ага, сейчас я там могу этот. Я тут могу управлять какую-то хренью. Могу статус системы посмотреть. Аварийная система, осталось 13 дней. Назад. 3 прогресс S6S Can CJ. Ой. Ой, не то нажал. Omni инструмент. Перечень. Окей, окей, неизвестное загрязнение. Окей, используется, используется. Примечание: все энергокостюмы Хаймацу хранятся на станции Омикрон. Управляющий чип. Обновить нельзя, BIOS. Не, нельзя. Чип-то не вставлен, ёлы-палы. Энцефалочи. Энцефалоимитатор, короче. Обновить нельзя. Не, не, не. Открыть. Открыл. Ориентация. До свидания, до свидания, до свидания. Что-то я там открыл, какой-то ящик, какой-то фулуфумуфцин. Не, серьезно, я что-то открыл, оно даже затрещало. Кстати, тут еще есть кресло, выполняется. Короче, ребят, на этом буду заканчивать. Комментируйте, ставьте лайки. О, смотрите, тут сеточка упала. Тут же было нельзя пройти раньше. А теперь можно. А ну иди сюда, робот. Я тебя найду и казню. А, это быстрый проход. Вот оно что, оказывается. А, нужно же инструмент оттуда забрать. Наверное. Короче, ребят, буду заканчивать. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся, услышимся в следующих видео. Давайте, всем, ребятки, пока.